Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео хочу поговорить за поисковый магнит. Вот я купил поисковый магнит Суперсила. Ну, видите, 2018 года. F200/2. Да, я именно хотел, ну, либо F200, либо F250. Ну, решил начать с F200, да, потому что не знаю свои силы. Вот, а то оказывается, что магнит как бы... Планирую, если вообще буду, конечно, где-то закидывать, то, скорее всего, буду либо один, либо там, может, с сыном, как получится. Вот. Ну, сын, как бы, он не помощник, так просто за компанию. Вот. В общем, вот это вот первый улов, да? Камушки какие-то, песочек. Это я забросил, ну, не забросил, а плавно опускал, скорее, в колодец. Вот. Ну, бывало такое, что вода как бы ржавая, да, и вот тут какие-то, как видно, присутствуют камушки. Вот. Всякая фигня, ржавый песок какой-то, и вот этот вот, ну, в общем-то, магнит к магниту. Вот. То есть я поводил, пособирал, и, в общем-то, я так предположительно, что что-то там было в колодце, что-то туда падало железное, и уже, видимо, совсем пришло вот в такую вот фракцию. Хотя, по ощущениям, может быть, ил, конечно, там такой, типа, глинистый песок, когда магнит погружал, как будто что-то там есть. Но по ощущениям, такое что-то слишком большое, видимо, под илом, поэтому он ему не хватает. То есть, чувствуется, что усилие меняется на отрыв, как бы, который идет. Может быть, это из ила, то есть, магнит погружается в ил, потом выходит из него и как бы с этим связано. Вот, так что вот так. Вот такой вот первый улов. Небогатый. Я, конечно, хотел бы какое-нибудь ведро вытащить оттуда. Ржавое. Но этого не произошло, к сожалению. Вот, все. Всем пока. Спасибо за внимание.